Всем привет, ребята. Сейчас мы будем учить делать рук инфинити. Он делается вот так. Вроде бы. Если вы думаете, то это реально. Инфинити делается вот так. Итак, наша цель, как его сделать? Вы сначала должны учить вайпер. Чтобы сделать вайпер, вам нужно сделать вот такой полукруг движений. И вайпер реверс. И при этом у нас получается фигур 8. Если будем соединять с вайпером это все, он делается вот, ну, вот так. Мы теперь должны делать как раз наш главный трюк. Вы берете на вот этот слот и крутите ручку. Тоже делаете вайпер такой. И дальше вы делаете один фигур 8 и один вайпер. И такой вайпер еще один. И при этом у вас получается инфинити. Подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. А кстати, еще мы должны учить другие трюки. Но это пока что не скоро будет. И, короче, всем пока-пока. Мы в следующий раз будем учить этот трюк. И там раунд, надеюсь, получится, если... У меня просто выскакивает ручка от там раунда. И мы скоро будем учить первые комбо делать, учиться с помощью этих трюков новых. Примерно Sonic Plus Finger Pass, он делается вот так. Ну или же Infinity Plus, вот этот неизвестный трюк. Да, его не просто вроде бы сделать, вы думаете. Ну да, мы сейчас немножко поговорим, почему некоторые мне писали всякие хейтеры. Вот хейтеры, знаете, как крутят ручку? Они особенно крутят ручку вот так. Или вот так. А может и так. А мои подписчики, наверное, уже научились или не научились. Если для вас это сложно, то можете сделать такую ручку, короче, не знаю. Не знаю, какой мод. Но почему-то... Короче. Хейтеры, некоторые хейтеры мне писали смайлик такие. Б, где там делают ляг. Злое лицо. И так далее. Зачем вы это делаете? Напросто. Если у меня активные ролики уже первые были. У меня начали набираться первые 300 просмотров, кстати. Спасибо. Но как это сделал? Я не смог набрать 2700 просмотров. Это вообще реально? Если наберется 3000 просмотров, то все уже. Будет уже хана. Хана. То есть, ну да, хана. Полная хана. Напросто. Потому что мне придется учить 50 трюков для сборника сумасшедшего. Такого, как сделать.
И еще мне нужно научить, кстати, комбо, как делать. На этом все, короче. И всем пока.